Возможно, в скором времени артемовские полицейские будут использовать инновационные средства передвижения. Экспонаты, которые представлены на Иннопроме, скоро могут появиться на вооружении у правоохранительных органов. Губернатор Евгений Куйвашев и руководители силовых структур Свердловской области вместе изучили экспозицию международной выставки. Глава региона осмотрел специальный велосипед. На такие предлагают пересадить полицейских, чтобы в условиях большого города стражи правопорядка не стояли в пробках. Удобным такой транспорт будет и для участковых, которым приходится много ходить в своем районе. А где делают такие? Вы по времени подскажите, мы туда выйдем. Ну, это Урал-Рубинзон. Но здесь надо синим. Синим неплохо посмотреть, смотрел это. Вот эту панель сделать синей. Добавим. Да. Темное, и там тоже сделать синим. И телефон доверия там должно быть напечатано. Телефон доверия. Заинтересовали силовиков и роботы, специально разработанные в помощь сотрудникам МЧС для тушения пожаров. Разработки из тематического раздела «Умный город», светодиодные светофоры, современные дорожные знаки, светотехника для железной дороги также оказались интересны представителям силовых структур.